Привет. Что там по звуку? Нормально все? Надеюсь, слышно. Если будут не подписчики, так же. Я только за. Ищем игру, короче. Долго мы, конечно, ищем. У меня есть вот такой классный плащ. Он мне очень нравится. Кажется, нельзя одежду поменять, да. Музыку потише, это легко. Или нет, это тяжело. Во время подбора настроечки уже не меняются. Ну, ладно. Отмена, и так ничего не ищется. Звук я себе сам потише делал, потому что он реально, ну, типа, он бахал на соточку. Так приблизительно. Ее, конечно, можно вообще выключить. Но пущай будет. Себя я делал потише для тусовки. Походу, я был слишком громкий, чувак. Хорошо было, когда на 100 поставил. Сейчас верну. У меня, блин, с левым ухом какие-то проблемы. А он меня хуже слышит. Я не смогу разобраться. Как бы в большой точности местоположения врага. Ну, я надеюсь, получится. И проблема даже не в наушниках, а в моем чертовом ухе. Да. Схожу. Я подумал, что дело может в наушниках или чё, но у меня есть еще другие наушники, которые перебиться не могут, как бы. И они тоже так себе. Так, надо нам быстренько тут все сделать это дело. Отмечу себе, как летел самолет, чтобы понимать хоть что-нибудь. Блин, а куда полетим? Будем развлекаться. Прыгнем на Airfield. Будем искать глайдер. Ну, то есть его не надо искать. Там 100% есть глайдер. И будем летать. Но нам для этого нужно найти бензин. Поэтому я собираюсь прыгать не сразу на Airfield. Летим, под юбку не смотрим, пожалуйста. Киса в порядке, я ее покормил вкусным кормом только что. Все у нее хорошо. Ныряем. А вот наши домики. А где наши враги? Ага, он один. Он далековато.
Все, оружие найдено. Это АК. АК-47. Блин, ну возьму на всякий случай. Ок. Это говно, конечно. Это не прицел. Ну хоть что-то. Броня и шлем есть. В принципе, все уже неплохо. Так. Три экс. Вот, блин. Вот теперь будет поудобнее. В случае чего. Ага. Все, нашли. Глушитель, лол. Боковой прицел тоже можно соединить. Во. Еще сковородка. Тут сковородками бросаться теперь можно. Поэтому можно носить несколько с собой. А, блин, а бензина не было, по-моему, да? Мне не нравится, что внутри дома звуки травы, меня это настораживает. Да, как мега урон? Не мега. При попадании в тело там где-то 30 хепи снимает. Идем искать бензин. Здесь, кстати, завезли ботов в пупк. Это, конечно, такая светила. Опа. Это я беру, конечно, да. И шестерку я возьму. Ой, это я хотел оставить. Так, окей, окей, окей. Теперь надо найти ствол нормальный. Блин. Ну, типа, ок. Сгодится на первое время. Блин, я могу забывать про этот самый, про бензин. А он мне очень нужен. Прям по полной программе, уже круг идет. Еще один глушитель. Найс, найс. Блин. А это не то. И патронов маловато. Что-то вообще не повезло с лутецким. Какое-то дерьмище. Опа. Привет. Ну все, полетели, ёпта. Куда вот полетим, правда, я еще не придумал.
Эх, надеюсь, меня тут никто убивать не будет. Можно прям на гору, блин, залететь. Почему бы нет? Хотя там летел самолет. Ладно. Как идея прилететь на гору, а? Мне кажется, неплохо. Но крайне опасно. Тем более с таким оружием. Я, блин, ненавижу калаш вонючий. У него отдача просто ужасная. Так. Вот как заправлять, я не научился. Наверное, так. И... Ну, полетели. Сучка, полетели, я сказал. И... Киса, мне плохо видно. Слезь, пожалуйста. Ой-ой, поворот. Бля. Хьюстон. Ладно, 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 ладно. Ладно, ладно. Ща. Оп. Бля-бля-бля. Нормально, нормально. Получается. Побинтуюсь немножко на пассажирском. Надеюсь, не рухнем. Всем привет, я тут на месте. Это самое популярное место на карте. Бля! Don't shoot. Ваше здоровье. Ой, банка полетела. Так, вот она наша гора. Так, а что по кругу? Ну, нормально. Это, конечно, будет интересный экспириенс. О, ну я попробую. Я на гору еще не приземлялся. Тут как бы... Так, глушим моторчик. Па-па-па-па-па-па-па-па. Так, ручничок включаем. Найс. Наше здоровье. Киса. Блин. Секунду. Ай, надо пойти проверить. Меня сейчас убьют. Чё такое? Вроде нормально. Хоть в помойку не залезла. Она научилась открывать дверцу, где помойка находится, блин. Патроны разобрали, гады. И залезала в помойку, когда я туда выбросил баночку от вкусного корма. Вот. Ну, в этот раз я ее помыл и выбросил. Поэтому, думаю, у нее не будет большого соблазна туда залезать. Блин, а это что, закрытое со всех сторон? Местечко. Да, конечно... Надо было в место получше, я думаю, прилететь.
Мы еще можем это сделать. Сесть обратно и в добрый путь. Да, уже пора. Я не уверен, что стоит лететь, но будем развлекаться. У меня проблемы со стиком, он, короче, иногда прямо бежать не хочет. Стоп, нифига себе у меня пинг сейчас был. Это что такое? 100? Мне не нравится 100. 60 мне нравится больше. Ниже он у меня и так. Так ниже не становится. Блин, а возможно вообще взлететь отсюда? Я как-то даже не уверен. Куда залетать, хз. Опасно, опасно это все. Мероприятие такое. Ай-я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 й. Конечно. Что? Я слышал звук. Война. Война никогда не меняется. Блин, да сколько их тут? Сейчас еще задавит меня этот чертов грузовик. Я слышал врага. Где-то с этой стороны дома. Места. Мои выстрелы. Ну и так сойдет. Хоть от калаша избавился. Так, что принес? Понял. Ну, убивать бота такая себе заслуга, конечно. Да беги, господи. Ой-о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 й, я в тюрьме. Лучше бы этот глайдер полетел. Нахрен, блин. Тут в круге прям воюет. А мы бежим. Прорываем, пробиваем себе путь.
Я знаю, что это такое. Интересненько было бы глянуть, конечно. Но я думаю, тут меня и порешат. О, еще C4. Аук. Конечно, беру. Блять. Что за умник это сделал? Я без дупля. Я умираю. О, господи. Где-то там. Враг. Умер. Сейчас снова круг пойдет. Киса, не мешай, пожалуйста. Слезь. Run, Forest. Блять, беги. Дурацкая. Сать. Вот это уже был не бот. Убивайте меня, пожалуйста. Спасибо. Дядский круг. Я не успею. Я успею. Приехали. Посмотрим, как это было. Вроде бы даже попадал. Он с юмпом меня избил. Ищет меня, ищет. Вот я. Угу. Понимаю. Понимаю. Ну, поехали дальше, чё? Подумаешь. Все равно это, наверное, моя самая такая нелюбимая карта, я бы сказал. Два убийства. Да. Тут вот можно смотреть, чем ты занимался в этой жизни. Убит бот. Вот тут этого не написано. И какой-то чел. Поехали. Warzone у меня есть. Он у всех есть. Он бесплатный.
Я его устанавливать не буду. И играть тоже. О! Скоро откроем новую позу. С мотоциклом. Найс. Правда, тут этот Battle Pass уже закончился. Закончился сезон. Новый сезон начнется через пару дней. Много XP тут не заработаем. Только за матчи, за миссии там нормально отваливают. Блин, а где мой опыт? Покажите мне. Я не понимаю. Здесь что-то было написано. Угу. И сколько я заработал опыта? За матч 1100. А, ну нормально. Сейчас заработаем все. Когда игра подберется, конечно. Тут был такой прикольный танец. Он шел вместе с костюмом. Но это стоило дорого. Да хрена дорого. Типа за комплект. Ну вот, допустим, да, он тоже 1600 стоил. Ну я бы такой не хотел, если честно. А это что такое? Доступно несколько предложений. Лол. Ну давайте посмотреть. Угу. Очень интересно. Во, вот этот костюм у меня есть, кстати говоря. Его дают в паке за PS Plus подписку. Да, только так я ходить тоже не особо хотел. Можно, конечно, пугать людей, но не сильно. Лучше буду их пугать своими выстрелами в лицо. Вообще, я собираю денежку на вот этот шлем первого уровня. То есть, если я подбираю шлем первого уровня, он будет выглядеть так, а не как говно. Больше нам тут ничего не светит. Это надо как бы покупать за гривнес. Да. Сделали бы скидку на тот костюм, я бы, может, его купил. Что я хотел. Но этого не случится, думаю, никогда. Но он же и недоступен. Не случилось бы. Так, а что за карта? Показывайте мне. Да не купил я Doom. Я купил Rage 2. Лучше Doom'а. Там составляющей стрельбы занимались ID Software, ну, в принципе, они и сделали всю игру. Открытым миром... ну, ID Software — это ж как раз и есть Doom. Открытым миром занималась Avalanche, которая сделала Just Cause. Должно быть неплохо, я думаю.
Если там стрельба как в Думе веселенькая. Езда в открытом мире, все дела. Я бы забалдел когда-нибудь. Да я его не устанавливал еще. У меня уже давно в библиотеке. Но не установлен. Блин, ныряй. Что делаешь, ныряй. Блин, вот звук раскрытия парашюта такой, будто бы возле меня прям рядом кто-то еще открывается, но... Но я один здесь. Шлем первого уровня. Так, ну, я уже насобирал все патроны, которые мне могут только понадобиться. Хотелось бы что-нибудь еще. В принципе, с одного дома вышло вообще отличненько все. Ладно, еще возьму немного. Вот в этих домах почему-то одно из окон разбитое. Как раз можно не шуметь. Так, о, сковород очка. Берил. Ой, это выход. Не уверен, что хочу берил. Возьму парочку семерок на всякий случай. Блин, да что с пингом? Это из-за стрима такие дела, мне не нравится. 230, это что, шутка такая? Пипец. Остановитесь. Походу никто не прыгал почти, но может один человек. О, четверка. Теперь надо найти, на что ее повесить. Блин. Окей. Буду надеяться, что магазин мне пригодится снайперский. Как и рукоятка. Угу, здрасте. Ничего там такое. Угу. All good. Так, ну... Я, в принципе, доволен тем, что получил. Можно сбегать на виллу, посмотреть, как там людишки поживают. Это тоже одно из популярных мест на этой карте. И на краю круга. Но вот пинг... Пинг не радует. А что у меня есть из скачанного? Ну,
not much, скажем так. Есть у меня этот Genshin Impact, бесплатная японская Зельда. Но я уже не играю. Есть. Watch Dogs 2 есть. Ну и такое всякое. О. Это я люблю. Не убивайте меня, пока я этим занимаюсь. Ёлки. Угу. Угу. Нет, блин, это дробовик, черт. Это я типа беру. Вот и магазин повесим. Рукоятку я почему-то. Почему-то я решил выбросить рукоятку. Я не знаю почему. Отдай назад. Подберись, господи. Первый рюкзак не так уж хорош. Ничего не помещается. Ну как-то тут нет никого. Что довольно странно. Я, естественно, тоже возьму. Найс. Осталось только болтовку найти какую-нибудь. Ага. Это что за история такая интересная? А где патроны? Угу. Кажется, тут кто-то все-таки был. Стрельба там так долго ведется. Безостановочная война. Блин, может я уже пропустил где-то второй рюкзак? Что такое? Блин! Сука. Пошел в жопу. Метки, блин, стрелок, охренеть. Да, сколько же он тут сидел и ждал. Сильно. 35 бинтов, одобряю. Это, конечно, великий геймер у нас тут попался. А, а какой у него рюкзак? Первый, блядь. Он кого-то убил. Даже. Он лучшее оружие себе не смог найти. Показалось, будто бы опять шаги слышал. Почему ты говоришь нереально? Это абсолютная реальность. Так, а что это такое?
Разрешите поинтересоваться, как получить это оружие? Nice. В этой игре я довольно плох, если честно, бараш. Уехала машина. Да и нам пора отваливать куда-нибудь. Тут, конечно, вот это место я бы хотел стороной обойти. Как бы мне не нравился этот вот парк юрского периода с динозаврами, но местечко опасное. Крайне. Блин, а была машина? Я не посмотрел. Тут вот на дороге. Лучше тебя, ну, наверное, ты бы вообще, думаю, не играл в эту игру на консоли. Так что ты не считаешься. Транспорт отсутствует. Блять. Понял. Не знаю, кто это был. Бот, не бот. Мне тут уже непонятно абсолютно. Но у него есть болтовка, мы ее забираем. Конфискую. Так, Google. Окей, Google открылся. Сейчас опять откроется, нет? Так, я смотрел на чат, где он? Где он был? Твою мать! Где шнырь-курьер? Мне нужна его одежда. Ага, вот. Да беги ты, ё-моё. 8x у него был. Ах, обожаю эту лут-систему. Великолепно. Так, аптечка. Блин, места нет. Бери. Господи, это занимает всю жизнь, по-моему. У всех первые рюкзаки. Почему так? Блять, что я выкинул? Я выкинул все семерки, найс. Так, вот тут я поселился вначале. Надо было бинтов подобрать, походу. Вот, есть автомобиль. Поедем вот сюда. Отдохнем. Залезть в зима. Зима. Радио. Повеселее было ехать. Кто-то мне пишет.
перестаньте. Так, это тут не должно стоять. Да хватит писать, что такое? Двигатель глушим, чтобы никто не услышал. Так, тут открыта дверь. Есть кто? Anybody home? Вроде чисто. Оу. Это я даже... Это мне даже больше нравится. Совсем чуть-чуть. Вот. Кто пришел? Пом Одоро Зен. Всю малину мне тут портить пришел. Какой у него был рюкзак? Сэр? Где он там? Сэр. Пинг у меня не меняется все еще. Офигенный. Сладкая жизнь. Минус 3, да. Блин, как меня бесит, что он бежать не хочет иногда, просто кошмар. Так, а что у меня есть? Молотовы. С дымком. Я просто прирожденный убийца ботов, мне кажется. Так. Еще один. Угу. Я, блин, ради этого целился полчаса. Это уже позорище какое-то. Куда ты пошел? Стой. Вылезай. Ты же умрешь, дурак. Умрешь, глупый. Да я тебя убью сам. Блин.
Что же это такое? Не судьба, не судьба. Он не хотел стать моим. Так, нужен ли мне автомобиль в таком круге, интересно? До конца жизни буду с первым рюкзаком бегать. Мне что-то подсказывает. Ассисты засчитывает в команде, если играть. Систему ассистов, кстати, не так давно ввели в этой игре. Блин, этот дом немного страшный. Надеюсь, там никого нет. Сидим тут, короче, пердим. Сидим тут, короче, пердим. Идет кто-то ко мне. Другой меня убил. Я, как всегда, убил бота. Меня убили из М24. А этот чел стрелял из автомата. Подозреваю, что все-таки да. Он охренеть был вообще. Он давно за мной наблюдал. У меня тут бои устраиваются. Да. Зря полез, попал в топ-3. Сука.
Это последние люди. Зачем я вылез? Зачем? Я же видел, что это бот. Fucking slaves. Не дается пока победа. Я, кстати, ни разу еще в соло не победил. Но я и играл в соло немного. А именно 6 матчей мы сыграли. Ну, то есть я сейчас сыграл 2, значит, я сыграл 4 раза до этого. Да? Интересно. 153 уже в дуо сыграл, офигеть можно. Я что, больной? Печально, печально. Ботов настреляли неплохо. Игры. Days Gone, Dying Light, Fall Guys, Genshin Impact, GTA 5, Gravity Rush 2, Just Cause 4, Человек-паук, демка Нир Автоматы, RDR 2, Rocket League, Сереж 2, Rainbow Six Siege, Uncharted Lost Legacy, Unravel, Unravel 2, Watch Dogs 2, Last of Us 2 и The Journey. Это все сейчас установлено на приставке. Fall Guys, что шутишь? Fall Guys уже отстрелялся. Интересно, ну, классика, да? 425 уровень меня убил. Совместный стрим, в смысле, как? Чего, куда? Почем? Мне не нравится эта вся тема. Ты видел, какой у меня пинг? Это же кошмар. За что и почему? Я могу как-то это исправить? Я сомневаюсь, что я могу. Не в моих силах, к сожалению. Кооп? Какой Fall Guys? Я типа не знаю, как там с кроссплеем. Ну типа, если он на компьютере играет. Я без понятия, есть он там или нет. Но most likely кроссплея нету в этой игре. Можно поискать. Посмотри в гугле, если тебе сильно хочется. Но я Fall Guys победил раза 3. И все. Причем это было, ну, где-то в первых пару дней, как игра вышла только. Потом я играл редко и победу получить не удавалось.
Что давай сейчас? Я играю в PUBG. Точнее, пытаюсь. Да хватит, пожалуйста. Я не знаю, кстати, большой ли прикол играть Fall Guys, типа, с кем-то, какая там разница, там и так все хаотичное. Не знаю, что можно выжать из подобного кооператива. Но я и не пробовал, с другой стороны. Три короны, ну типа у меня сейчас ноль корон, я там что-то купил за них. И там две, по-моему, давали за что-то еще, и я, короче, за пять корон что-то себе купил, не помню что. Вот. Но это звучит так, будто бы у меня нет корон, и я всех наебал. Кажется, даже я помню, что купил. Там, короче, был низ костюма аквалангиста прикольный. У него вместо живота аквариум. И оно прозрачное. Такое, типа, просвечивается насквозь, сквозь воду. Прикольно. Так. Отмечаем. А куда прыгать, я пока не придумал. Куда прыгать? Ой, господи, можно хоть сюда. Хотя такое себе. На самом-то деле, ладно, прыгну тут. Для того, чтобы мне показать костюм. О, пинг нормальный. Мне нужно. Ну, типа, если я выключу игру или включу другую игру, то стрим закончится на этом. Поэтому мне придется включать стрим для того, чтобы показать костюм отдельно. Звучит, конечно, так себе. О! Здорово, чувак! Ну, походу, эта катка быстрая будет. Я не хочу никуда сворачивать. Блин, я еще приземлился херово. Плохо получилось, я считаю. Достойно повтор посмотреть. Ну, чел жестко, блин, третью броню подобрал, это пипец. Я, конечно, попал по нему. Эх.
ситуация печальная. Блин, он выглядел так, будто бы на нем был еще третий шлем. Если я сделаю звук потише, я не буду никого слышать. Я не могу себе этого позволить. Тут в этом и смысл. Стрельба громкая, а шаги не очень. Поэтому делай потише сам. Могу сделать себя погромче. Вот. Сделал. Могу еще громче сделать. Могу вообще поорать в микрофон, так чтобы ты все настроил. Я думаю, достаточно этого. Да. Такими темпами тут больше ждешь, чем играешь. Вроде бы выбрал место такое всосное. И туда чувак прилетел. Но мне надо было заподозрить сразу, как бы, и разворачиваться. У него там был парашют такой. Модный какой-то у него скин прям был. Красный. Это как бы говорит о некоторых вещах. У меня ничего подобного-то нету. Я как бы не хочу денежку платить. Так не меняю ничего. Что, мне делать больше нечего, чем звук сидеть, крутить все время. Все, окей. Да и в принципе неплохо, что нас убили, а то как бы это какой раз я уже играл. А, второй всего, да? Да. На той же самой карте. О. Прикольно, слушай, это даже не надо ждать, пока наберется количество людей. Да, ну, необходимое. Меня сразу закидывает в лобби с кучей народу, и матч сразу начинается. А то еще надо, блин, вечность бегать тут. Пока наберутся люди. Так. Ну, тут куда прыгать, я даже не знаю. Можно залететь в Эльпоза. Я думаю. Полетим. В смысле, Назаркейм. Я включил стрим, чтобы играть в эту игру, а не для того, чтобы играть во что-то еще. Так, ну вроде никого нету. Я видел, конечно, человека, но он, видимо, решил лететь не сюда. Nice. Сейчас я залутаю всю карту. Еще один. Окей. Блин, СКС и М16, конечно, наборчик. Интересный получается. Угу, теперь мини еще тут появилась. Но я, пожалуй, оставлю СКС.
Тем более у меня на ней висюлька есть. Вот такая вот. С динопарком. Я считаю, это неплохо. Так, стоп, что я поднял? Ложку. Тактическую. Довольно тактично с моей стороны. Так, надо сразу себе обрисовать транспорт. Но я его не вижу пока. Этот, к сожалению, уже никуда не поедет. А? О, есть джип. Предметка не ставится. Когда ты в соло. Очень жаль. Оскар. Беру. Тут у меня есть шлем. О, сковородочка. Прицельчик. Красота. Ну вот мушка у Скара это просто не очень прикольная штуковина. Надо бы найти что-нибудь. Так, это сюда. Компенс. Конечно, беру. Что за вопросы? Оу, май. Ладно, пускай пока тут повисит. Это, конечно, опасно. Я не люблю большие прицелы на основном оружии. То вблизи как начну стрелять, просто ра-та-та-та. Отстойная тема. Блин, думал С4. Так, надо бы немножечко ускориться. Где тут лестница-то? Тут вообще есть выход на следующий этаж? Надо пробежать побольше мест. И все-все залутать. Самые нужные вещи. Да. Вещей тут, конечно, много. О! Мой любимый автомат. Блин, сколько ж тут этажей? Жесть. Это цепляем, это бросаем. Думаю, 200 патронов не хватит. Так, мне что-то пришло или... или мне показалось, у меня ничего... Нет. Сообщение имею в виду. Блин. Ладно, спускаюсь. Надо найти красную точку для автомата. Блин, да беги, пожалуйста, будь человеком. Это уже никуда не годится. Чинить геймпад — это беда. Кажется, много денег хотят за эту услугу. Если она вообще у нас тут есть. Проще, блин, уже новый купить. Отвечаю.
нету, нету красной точки. А я ее очень хочу. Блин, большие аптечки уже, у меня две штуки. Третья броня. Вот это кайф. Блин, места уже ни на что нету. Чем я так все забил? Я не понимаю. Ладно, хватит с меня аптечки, я думаю. Охренеть, какой круг. Господи. За что мне это все? Дайте мне лучше прицел. Джип меня тут уже ожидает. Боты тоже ко мне не идут. Так, а я могу? Нет, я думаю, паркур из этого не получится. Тут можно выйти и так. О! Ура! Блин, семерок, конечно, не так уж и много. Но окей. Поехали. Блять, извиняюсь. Все время оно так. Я типа хочу уже газовать, а оно берет и стреляет почему-то, когда я уже типа как в салоне. Так, я куда-то не туда еду маленько. Надо как-нибудь на дорогу туда выехать. Эп. Так. Отлично, замечательно. Хорошо. Оп. Кто стреляет? Здорово. Едет куда-то, чё? Чувак куда-то поехал. Неприятная ситуация сейчас произошла. Крайне. Блин, тут еще самолет пролетал над этими всеми приколами. Но этот домик неплохой. Хотя... Ладно, посмотрим, что тут к чему. Так. Вроде нет никого тут. А то шприц с адреналином бы уже отобрали. Но я его не могу взять. Возьму и вкалю его, может, сразу. Не. Или да. Блин. Ускакал.
кстати, нету компенсейтора. Мне его опять взять не дают. На самом-то деле этот дом не очень хорош, потому что тут сразу корка. У меня ноль возвышения получается. Но мы уезжаем и так. Через 2 минутки, блин, да, тут этот охренительный круг. Это будет интересно. Блин, и самолет же летел здесь. А откуда заезжать, я даже не представляю. Ну, надо занять что-нибудь, какую-нибудь вот такую фигню, я думаю. Так, ну окей. Вот тут опасное место. Да. Поедем мы таким образом. Так, неприятное место у нас вот там. Там церковь, на крышу которой можно залезть и все видеть. Я тебя понял, парень. Блин, это что, самолет пролетал? Мне показалось что-то другое. Да. Ладно, радио выключил. Нет. Только не так. Кто-то мне пишет усиленно. Я извиняюсь. Так, а где место? Ага. Довольно скоро. Ой, не та кнопка. Ап. Не уверен, что у меня сильно бесшумно получится подъехать к этому местечку. Ну, как смог. Кто-то есть? Блин, тут все открыто. Ситуация не очень приятная. Ну, возможно. Возможно. Сюда заходил бот. Они типа ходят по домам.
Но ничего не берут. Чисто в гости заглядывают. Блин, ну этот домик самый топовый. Есть подозрение, что там кто-то сидит уже. Блин, как всегда. Хочу закрыть дверь за собой. Типа сразу. А в итоге... В итоге получается вот так. Блин, тут, к сожалению, окошка нету. В ту сторону смотреть, да. А там все самое интересное происходит. Такой уж домик и топовый. I would say. Обалдели? Как будто прям недалеко было. Блин, ну надо сходить посмотреть. Интересно-то как. ВСС. Блин, я не вижу ее нифига. Оп. Стрелял кто-то вот оттуда. Правда? Блин, он меня видит, походу. Ну чё, пушим, ёпта. Ура. Началась война народная. Так, у меня есть гранатка. Попробуем ее туда зафигачить. А где он? Откуда он стрелял-то в меня? Лол. Еще одну. Блин. Еще одну. Ой, это что было? Я этого не делал, если честно. Чувак? Что за фигня? Его здесь нет!
О, господи. Пора сваливать отсюда. Все очень плохо. Почему там, где я сидел, началась какая-то стрельба? Это же ужасно, блин, подниматься вот так под горку. I see you. Блять. Меткость. В этом весь я. Но хорошо, что он не лучше. Не знаю, нахера мне столько хила. Но я возьму. Кажется, нам пора. Хьюстон, у нас проблемы очень жесткие. Я нифига не в круге, а он, блин, куда-то далеко поехал. Валим, 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 валим на гей-паре. Fucking slaves. Это дерьмо. Но тут уже, походу, не стоит ездить сильно. Коробки мертвых людей обнаружены. Да. Примем еще. Вдруг это последняя таблетка в моей жизни. Кто мне писал? Блин, лучше местечко просто не придумаешь. Где враги? Хрен пойми, укрытий тут тупо ноль. Это идеально. Я считаю. О, блин. Отличненько. Вон там хоть одно дерево есть. Так, это походу не бодное. Вот это я устроил. Приколяндр. Зачем я так сделал? Да. Стоял сейчас, лутался. Я сделал херню. Вот в этом и проблема. Они добавили ботов, и ты не знаешь, как бы, с кем имеешь дело.
Так, что у нас тут? О, отмена. Сотый уровень, можно гордиться. Демон скорости, это я. Первая новая поза. Найс. О, если я куплю тот шлем, что хочу, первого уровня, он будет тут, я так понимаю. Класс. Ой, я тут прям стоял такой. О, новая весюлечка. А, блин, это отстой какой-то. Чё это такое? Какой нафиг силач? Вот с этой я уже буду бегать, а это, ну... И это, и это. Вот броня 4 уровня. Да, одобряешь такого силача? Я не очень. Это получше будет. И пес какой-то у меня был. Непруха какая-то, короче. Надо собраться. Я всех врагов воспринимаю как серьезных противников. Самых серьезных противников. Нельзя так расслабляться. Достал бы СКС, просто два раза выстрелил, он бы сдох. Но нет. Я давай себе постреливать на расслабоне. О, игра начинается. Да, договорились. Надо еще помнить о том, что лутание в этой игре с геймпада не самое удобное. Чел просто стоял на коробке. И утался. Да. Я пытаюсь хоть как-то двигаться, когда лутаюсь, типа. Вот так вот делать. Вот эта карта, кстати, очень маленькая. Здесь есть бомбы-липучки. И да, это очень быстрая катка. Возможно, я отлечу в первом же, как бы, поединке. Тут карта вон 2 на 2 километра.
Так, что у нас по обстановке? Угу. Понимаю. Я в гараж. Что, это без оружия, блин, патроны просто. Беги, пожалуйста. Будь человеком. Виктор, давай. Будешь меня защищать. Увеличенный, да. У меня места уже нет. Ну, со мной вроде никого нету. Это не может не радовать. Повезло. Так. Скарчик. Глушитель. Найс. Три икс. Обалдеть. Это самый большой прицел на этой карте, который только может существовать. Что было? Такое. Так, нам нужно сделать некоторую рокировочку. Это не очень удобно делать, если честно. Выбрасываем. Тут у нас будет одиночный калаш стрелять. Ой, блин, у меня брони не было. Ну, а липучка. Липучка, еще аптечка. Блин, 3x прицелов тут. Завались просто обмазаться. Но мне нравится мой голограф. Он очень всратый. Я его никогда не беру. Мне нужна красная точка. Компаунд обнесли, так сказать. Врага не видно, только слышно. Страшная, страшная война. Надо помочь человеку. Увидеть бы врага было отлично. Ну, там еще один бежит. Блин, где он? Пожалуйста. Спасибо.
надеюсь, у него есть красные. Хрен у него что есть. Так, сколько аптечек? 3. Блин, я думал, вот это враг. Страшно, очень страшно. Прицела у меня не появилось хорошего. Двигаем дальше. Вот эти боты, они могут очень сильно подпортить. Вот он вышел. Я отвлекаюсь на него. Стреляю, и выходит игрок. И делает мне сас. Ну, точнее, наоборот, как бы, но я хочу, чтобы это так называлось. Здрасте. Хочет жить очень сильно. Причем. Нет, блин, не перезаряжай. Понял. Окей. Чё там мне пишут? Чего надо? Пятисотый уровень, как всегда. Чё я прокачал-то, Скар? Что это, блин, такое? Талисман в следующий раз повезет. А чё, кроличья лапка? Мне всегда говорят, в следующий раз повезет, но когда он наступит уже? Когда полоса станет не черной? Ладно, повешу. Все, все повесил. Эх. Все. В следующий раз, значит, повезет. Так. Какая карта? Покажите мне. Я слышу звуки. Так, та же самая. Окей. Блин, тут на самом деле я вообще не вижу большого смысла в том, что я сейчас делаю. Карта ж малюсенькая. А прыгнем мы...
где-нибудь, где есть интересные бункеры. Надо в бункер нам заглянуть. И здесь внутри домов, кстати, простреливаемые стены. Прямо как в Сиджи. Но только некоторые. Здрасте. Здрасте. И вам. Всем здрасте. Ай-я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 й. Вот это да. Он там уже приземлился, понял. Ну, у меня есть шанс. У меня нет шанса. Буду с дымовой гранатой воевать. I'm okay. I'm okay. Не зарядись, пожалуйста, будь человеком. Так, винчестер, на самом деле, тема неплохая. Можно кого-нибудь красивенько шотнуть. Так, а чё это я не подобрал? Я говно какое-то подобрал, как всегда. Да. О, а вот здесь вот, кстати, на этой карте не красная зона, а фиолетовая, в которой все дома разрушаются, которые попадают туда. Просто ракеты прилетают, и только один фундамент остается. Жалко, винчестер не попал. Из МП5 урон жиденький получается. Да. Блин, ну у меня была куча преимуществ, которыми я не воспользовался. Ну, чел, походу, серьезный, вон у него скин какой. На автомат. Я мог. Мог его сделать. Слишком сильно я высовываюсь. Из-за укрытия, по-моему. Приглашение.
Привет, Геннадий. Ты стримишь? Да. Виви. Виви, 500 уровень, конечно же. Конечно же, это был 500 уровень. А она мой голос кидает на стрим? Ну, если ты разрешил, то тебя должно быть слышно. А как понять? Ну, ты в настройках тусовки можешь посмотреть. Слышно Геннадия там? Я думаю, если ты ничего не менял, то тебя слышно. Там вроде ничего не менял. Ну давай, галочку ставь. Как я вообще сомневаюсь, что он меня смотрит, и игра ему не сильно нравится, как я понял. Чё ты посмотрел? Как Хабиб бился. Так и чё? Я даже поплакал. В смысле? Ну, он, типа, короче, во втором раунде сделал болевой. Угу. Когда он начал плакать. Ну, у него, типа, батя умер от коронавируса, а у него, короче, как бы батя там... Зачем мне эта информация? Ну, я просто говорю, ну, как бы, если так все можно не понять, почему я буду рассказывать это. Угу. У него отец и его тренер. Ну, еще как бы команды целые вот этой, из Дагестана его. Ну, отлично. И вот он умер от коронавируса. Не, отлично. Да, он типа, короче, расплакался, потом толкнул Олежу, ну, успокоился, столкнул Олежу, сказал, что он, короче, 29-0, и он находится в UFC. Он сказал, что типа, он это типа первый и последний раз зашел типа в октагон без отца. Лол. Че он, типа, все? Да. Пошел на скамеечку. Ну, это не Конор Макгрегор, который пишет, я ухожу, а потом через 2 минуты в Твиттере я возвращаюсь, сучки. Я думаю, это все. Да, Ген, я смотрю, ты расчувствовался. Да. Но на самом деле в его категории есть... по-моему, на 6-м или на 7-м месте Ледина тоже там, по-моему, поражения типа нокаутов нету, есть только такие лишения, не поражения у этого чувака, ну типа с его компашки, знаешь, там другой Хабиб. Другой Хабиб. Я думал, есть, ну, только так, один. Ислам Махачев. Угу. Я просто думаю, что, наверное, ну типа, типа либо будет как бы продвигать, ну точнее, знаешь, они тоже, тот подвигается к топ-1, а они, ну, настолько, типа, воспитаны, я не уверен, как, вот, они бы, наверное, с другом не пиздились бы. Понимаю. Так, и, типа, прыгаем в Липовку. Хорошо. Он, типа, сказал, что, не, ну, он вообще жесткий чувак, этот, ну, типа, он в конце первого раунда прошел в ноги, залез сверху, попытался сделать болевой на руку, типа чувак чуть заблочил, ну типа и время кончилось, знаешь. Угу. Во втором раунде чувак бил лоу-кик, он ногу прихватил, продернул, ну короче взял и типа треугольником начал его душить, это когда снизу ноги на голову закидываешь и душишь. Судья, правда, еще долбоеб, если честно. Типа тот чувак пытался постучать, но он типа не мог найти плеча, головы Хабиба, ну короче, знаешь, рука вот сбоку, он даже типа в эту конструкцию все сделал, и чувак не мог постучать, и судья говорит, я уже смотрю, чувак уже висит нахуй на Хабибе, такой уже полувырубленный, а судья там что-то еще ждет, Хабиб уже в бою такой, знаешь, душит голову на судью, такой типа давай, блядь, может уже пора. Ну, там бывают судьи, как невнимательные, не знаю, на что смотрят, то есть, ну, часто это бывает, когда, знаешь, так, короче, и ладно. Они ведут, типа, не очень удачный ракурс. И тогда, как бы... Пофигу. Да, они берут неудачный ракурс, чтобы смотреть на соперника, и не видят, блядь, постучал или... С нами летят справа 2 человека. 2 команды. А еще один слева. Нет, еще 2, 3, 4. Короче, начнем сейчас следующую. Да,
так далеко ездить. А ты отцепился от меня, Гена. Да, но там ты так далеко, ебать. Ну я просто нажимаю это, вперед. Вот, лодка есть справа. Лодка? Да, мыс он и справа лодка есть. А есть вот еще машина. Блин, ты что, шутишь? Я как бы... УАЗик сидишь. Так что мне... ладно. Лодка, ну, значит. Ну окей, окей, я в лодку прыгаю. В лодку? Я думаю, в УАЗик. Ну, у меня не получится так. Прыгай в УАЗик. Я беру тебя, да? Все летают. Так, можно мне залезть в лодку? Подожди, я сейчас подойду. О, и крюк как раз, вот можно куда-то... Да, вот это фигня. Подожди, не жди меня. Садись, пожалуйста, нас сейчас убьют. К чертовой матери. Ну ее слышно хотя бы. Так. Оп. Поехали. Ну, типа, я понимаю. Я думаю, его попустят, и он придет обратно. Ну, надо тридцаточку, наверное, заработать. Тогда можно уходить. Ну, что такое 29? Ну так округлую дату надо иметь какую-то. Ну кого знает, надо там какой-то. Ну у него будет. Куда прыгай? Ну и что? Я не помню, или по крайней мере, короче, Ген, все. Я вообще, я написал, Хабиб там очень неплохо бил. Он далеко бил. Да. Спрашивают, что мы обсуждаем. Это UFC, KFC. Этот кебаб Хабиб побил там кого-то в очередной раз и ушел. Все. Вся информация. Ёб твою мать! Слышь, Гена, нас чуть гигантский корабль не сбил. Слева, сзади. Плохо тебя слышно, горит. Ну, типа, это мы пока на лодке плывем. Тут такое дело. Капец, уже 69. Ага, блять, нас сейчас эта лодка задавит, Гена. Стой. Я назад успел нажать, и так бы... Кончился бензин. О,
Ну, сейчас он может себя погромче сделать, если такое дело потом. А помнишь, вот это же реально в тусовке скрутил микрофон, типа? Через звук устройства, не в тусовке, а там... Блин, ну я надеюсь, тут нет никого, а то мы вот так вот плавали. Ты, может, в дом сойдешь, а потом настроишь? Я уже настроил. Окей, спасибо. Стало чуть громче? Да-да. Ты как бы будь аккуратен, эти дома вполне могут быть кем-то заняты, но нам повезло, они не заняты. Я понимаю, что сюда могли как бы долететь в теории люди, но... Это что такое? Это не подбирается, я так понял. Ох, короче, да. Фаза лутания у нас началась довольно потом, поздно. Походу, лут скинули. Далеко? Да, походу, прям в этом городе, что ты отметил. Мне кажется, это опасно туда выдвигаться с таким лутом, как у нас, не? Да, нам надо быстро что-нибудь найти и двигать, потому что круг... Круг ну, идет. Так мы почти возле круга. Ну да, понимаем? Ну так нам как раз туда, куда я отметил, надо, чтобы в круге быть. Ну, это типа успеем хули тут идти. О, М416. Блин, да. Вот это... Тебе повезло. А у меня говно. Вот этот броник второго левела. Да, у меня уже есть. Я тоже. Мне бы оружие хорошее. Было бы отлично. Умп есть. Отличное оружие. У меня бизон. Мачете, мачете. Ну я понял, у тебя плюс-минус из той же опыта. Да. Не, ну мы просто, я считаю, попытались, типа, как бы сказать, отыграть сейфово. Да ладно, что думаешь, в Липовке было бы так ужасно? Ну, я думаю, мы могли бы, конечно, умереть, наверное. Это да. Это как-то твоя циферка по-другому стала обозначаться. Ты у меня раньше как-то ну, по-другому. Ну, потому что я был создателем тусовки обычно. Ага. А сейчас ты, и ты типа первый. Точно, я думаю, что это не так. Сковородка? А где сковородка? Я не видел сковородку. А так вот всегда. Бегаешь и ничего не видишь. Да не может быть. Я уже двигаю. Я тоже что-то двигаю. Но у меня, блин, у меня одна обойма на калаше. Ой, не на калаше, на... Ты понял. Соболезную. Зато у меня 9 двойных выстрелов для боевика. У меня бизоны ВСС и 240 патронов. Ага. Ну может это не лут был, может мне показалось, ну как будто что-то упало. Ну, будем надеяться и поищем. Ну сюда же люди могли в принципе долететь, правильно? Да. Только такой вопрос, нужно ли кому-то сюда прыгать? Да, здесь местечко с херовым лутом, я помню. На вышку зато залезть можно. Как в игре Firewatch. Или как-то так, такая типа, ну, дышатина. Да. Не знаю, симулятор ходьбы, я лучше в Death Stranding еще раз поиграю.
Ну ты что там это романтишь с какой-то женщиной по телефону? Класс. По рации. Да. Подожди, такой будешь? Сак, кок. Угу. Ну, а она говорит 300 бакс. Там на Гале, да, стреляли? Это 260. Я не слышал ничего. Хочу оружие. Тут, блин, не лут, а говно, просто кошмар. Что это такое? Третья броня. Окей. Бля, ты тут уже где-то недалеко стреляются. Да далеко. Третьей броней, блин, сыт. Сыт не будешь. Тут, короче, калаш без патронов, Кена. Тут кто-то был уже. Не. О. А-а-о. Здрасте. Я Death Stranding прошел, да. Еще на релизе. Че ты нашел, Ген? М24. Неплохо. Какой параша ты ее нашел, интересно. А вот тут на этом на смотровом площадочке. Блин, повезло. Самолет как-то так летит. О, интересно. Ну как у него получается? Это что за фигня? Ну, корабль этот большой. Блин. Я немножко испугался. Я тоже. Не немножко. Там. Блин, ну это полный отстой. Если О, честно. Мы тут умирали, помнишь, когда-то, мне кажется? Да. Мы много где умирали. Калаш. Пойдем. Арбалет надо. Обязательно. Топ вепон. Смотри. Мы играем по схеме Папича, и мы уже, ну, в топ-20 почти, наверное. Ну, мне эта схема не очень, как бы, нравится. Блин, и тут дверь открыта, ну, что ты будешь делать? Тупо нечего ловить тут, Гена. Я как-то тебя так очень громко слышу, пиздец. Ты когда говоришь, я вообще перестаю слышать игру. Блин, ну я себе сделал погромче специально. Да не, ладно, давай так как есть. Я чуть-чуть скрутил. Просто. Здесь получается тоже все занято. Ну то есть. О. А-а-о. Глушитель, только на пистолеты. Почему не надо? О, глушитель, дай мне. На пистолет? Ну, да, у меня бизон. Сейчас скину. Благодарю. Валим. Валим, валим, валим. Как-то дальше. На гей-пати. И что он там выбрал топ-1 песни? Как раз вот эту песню. А мне вот это про спортзал понравилось, про ЗОЖ, такая... Да-да-да-да-да. Подобрана, просто... Да, как будто какое-то матерное стихотворение. Хочешь мачете, Гена? Нет. Ладно. У меня типа 3x. Я сильно далеко не увижу. Ну, у меня тоже есть. Я его не надел себе никуда. Ну, у меня М24. С этого-то уже можно стрельнуть? Еще как. Еще мы тут... И тут двери все открыты, блин. Да, вот это справа домик открытый. Короче, я чувствую, что нам нужно взять машину где-нибудь. И сапкок. Да, и поехать в другое место, где никого точно не было. И куда?
Ну, как думаешь, они еще могут тут быть? Могут, вот в том доме, например. Ага, в двухэтажном? Угу. Блядь, зона. Ну, идем посидим. Это специально место, да? Сакшен какой-то. О, все, пришла зона, видно это. Ты пожаловался, убрали. Не, а я уже заметил, оно такое бывает, типа... Блин, тут круг уже офигеть какой маленький, а мы до сих пор без лута. Хе-то. Что сделаем? Охренительная игра. Мне кажется, нам надо бежать в зону. Да, надо. А знаешь, что самое интересное? У меня на М-ке одна обойма. Соболезную. Очень сильно. Я бы назвал это передачей «Сдохни или умри». Блин, это один в один дом, как мы типа выселились. Ну, первый самый, что мы зашли. Ну тогда они тут все повторяются. Я вообще не представляю, кого я убью из этого оружия. А еще во время стрима у меня пинг 230. У тебя сейчас 230? Угу. А как стримеры играют? Я не знаю, Ген. Иногда он обратно возвращается до 70. Но вот не, в данный если, момент... Не, я, кстати, когда тогда стримил, ну, мне нормально было. Не знаю, с чем это связано. Но неприятно. Fucking coming. Может, по дороге в дома заглянуть? Хотя времени у нас нету особо. Ну да, надо бежать и... Это 37 коллег живых еще. 35. Так, тут машина припаркована где-то около дома. Будем приворачивать мой трюк с угоном. Так мы их сейчас подождем, может быть, они придут. Или не придут. Они могли пойти туда дальше, знаешь, тот двухэтажное здание. Окей, короче, пиздим автомобиль, давай, Гена, врываемся. Будь готов. Садиться. А, где машина? А, стоп. Я не понял. Вот это. Ага, я понял. Куда? У нее нет колес. Здрасте. Да. Тактический сакшен. Мосинку нашел. Бьютифульно. Ой, блядь, зона. Она самая. Не. У меня есть бусты. Два есть. А еще и стреляются тут со всех сторон. Слева и справа. Угу. Ну что-то чувствую, мы сейчас помрем быстро. Я тоже так думаю. А мы сейчас выбежим, а там справа чуваки спускаться могут. Я заглянул тут на секундочку. А мне бы обойма на... О, пятерки так, есть. Выпью. Семен. Демон, семен, айрелю. Слева кто-то стреляет. Много где там кто-то дропа, стреляет. Не надо.
Полежу-ка я вот в этих кустах. Да, я просто сразу упал. Так, стоп, у меня 5 аптечек, нахрена мне бинты. Справа коляк или Мосинка. Мосинка. Убивает. Так уже... Мы не будем на них выходить? Там баня слева стоит. Да, я видел. Но она типа, походу, ничья. Ну тут внизу дома, как бы. Можем в них ворваться, на самом-то деле, вот сюда. Я так смотрю, кто там есть на горизонте. Никого нет. Я уверен, что там есть люди в домах. Потому что откуда же тогда стрельба идет? Тоже так думаю. Ну, я стрельба из домов не шла, но я как бы йоло. Просто внутрь. Блин. Бег прекратился, дерьмо ты. Собачье. Куда запрячемся? В этот дом. Аккуратно, Гена. Тут все открыто. Блин, красную точку хочу найти. У меня просто как бы мушка родная. Он вижу там вдалеке чувака. Откуда? Спаси меня, Гена. Ёбнули меня. Не знаю, где-то с 80. Да тут чуваки бегают просто. Они уже идут. Держи. Блять, твою нахрен мать, С4. Гена, нам надо съебывать быстро. Я выбежал с дома. Блин, беги! Сука! Хуета. Да, херово позицию не первым занимать, да? Я как бы пытался выпрыгнуть в окно, но не смог. Он не бежал вперед. Выпрыгнул. Но у меня тут сеточка от комаров. А кто, ты подумай про котенка. Ну да. Как он без тебя? Надо дождаться. Потом выпрыгну. Блин, просто сак дик какой-то. Что это такое? Я ни одного выстрела не совершил. Я тоже. О. Ух ты, костюм видел. Печеньки.
хочешь такой костюм? Вот мне вот очень интересно, короче, вот, знаешь, за вот это лишение Хабиба, ты же представляешь, как он вот отчасти обламывает, ну, организатора TFC? В каком смысле? Я себе налил сок, я вот что сделал. Так ты о чем? Ну, блин, он звезда, он типа номер один вообще во всех рейтингах в мире, он типа самый типа сильный доминирующий чемпион, который есть. Ну хрен с ним. Даже так что, других чемпионов что ли не существует? Не, ну в других весовых, которые там проигрывали, знаешь, ну не вечно защищают. Не обладают таким этим арсеналом. Ну то, блин, то он сейчас и пиздился нормально на самом деле, и он болячки накидывал, как будто он джиу-джитсель какой-то, знаешь, а не Хабиб. То, что привыкли, что он там валит и бьет. Ну, поздравляю его. Он типа сказал, что все претенденты, которые там сейчас будут драться, я их всех пиздил, так что... Ну ладно, не всех. Ему есть еще один кент, которого вот бы все очень бы хотели посмотреть, как он бы с ним бился. Ну все. Да. Отдыхает. Там чувак, короче, походу с какой-то... с каким-то расстройством головного мозга уже. Он... ёбнутый. Он, короче, был как-то... дома, разрезал себе ногу, сказал, что ему правительство США туда чип слежения вписали. Ну, по голове его били сильно. Ну да, да, это правда. Есть вот эти всякие психические расстройства, у него, походу, одно из них. Найс. Да. Куда мы? Ну, в сторону Эйрфилда, конечно же. Куда же еще? Нет, Парадайз мы стороной облетим. Мы можем, конечно, прыгать в горячие точки. Почему мы этого никогда не делаем? Да. Так. Ну все, here we go. Ну, тут со мной летят, уважаемые люди. Но они в Парадайз, естественно. Или нет? А они уже раскрылись. По какой-то причине. Не, ну там летят, да, да. Ну вон, смотри, они походу сразу на Airfield хотят. Они на 245 над нами, просто над головой. Очень высоко. Ну, у них какая-то тактика. Пускай заправят нам самолет. Угу. Блин, почему я не спускаюсь? Алло. Представляешь, я смог настроить доты, чтобы меня не выкидывало без видеокарты. И ебать геймплей, да. Лучше бы ты ее настроил так, чтобы она пропала с твоего компьютера. Да ладно, если очень хочется, то можно поиграть. Не скучно бывает иногда. Что-то в UFC я сегодня зашел пизды. Такое, чуть-чуть подавал, чуть-чуть пополучал, скажем так. Обоюдно. Мне не нравится, если честно, получать пизды. Хм, странно. Я думал, кайфуешь. Ну... да, так можно было подумать, но нет. Ну, даже в зоне. О, как ты пропустил красную точку? У меня тут не было еще. Я только пришел.
еще Акиса. Опять ли это нет? Так чё, мы, получается, уже не пойдем на Airfield? А чё не пойдем? Там, блядь, два самолета. Ну, он не в Каруге. Ну ладно, пошли, я бензин взял. Не, можем не идти, если честно. Я... Ну, типа, блядь, я толку. Я иду в дома другие. Иду умираться. Окей, окей, отключаешься, окей. А какие завтра пары-то, алё? Завтра воскресенье, отмаза хиленькая у тебя. Воскресная школа. Воскресная школа. Я придумал. Ну, я же такая, правильно? О, лут-автомобиль. Хочешь пострелять? Давай. Ой, ты, чувак, по мне стреляет. Пострелял. А кто ты, блядь, меня убил, нахуй, а? Динозавр. Ты его нокнул? Да, заходи внутрь. Вот тебе аптечка сразу. Так ты его убил или нокнул? Убил, убил. Это бот. Да. А я слышу несколько как бы выстрелов. Так, я возьму его маску. Пожалуй. Костюм. Не хочу. Ну ты тут выбил одну коробочку, как бы. Но ей сыт не будешь. А что там? Болеутоляющие и обойма, ну типа 30 патронов. Ну там еще далеко что-то упало. Или... Ну я пострелял чуть-чуть, да. Что за тыждень бомжатского дропа? Не могу знать. Сам не в восторге. Нет. Ты что, еще нашел одну вчера пошел? Нет. Молодец. Я вчера провел, кого я провел? Вроде никуда не провел или провел? Нахуй его выпроведи, наверное. Блин, я на самом деле не помню, что я сделал вчера. Остался дома сразу или чё? Вот 3x. Блять, СКС это, блядь, но ебать не имею патронов. Че, идем на Парадайз воевать, а? Ну, блять, погнали. Мы уже полутаемся, хоть там есть лут? Ну, да. Саша, а у тебя есть, допустим, 7.62? Есть, 130. А тебе надо они? Ну, могу поделиться немного. Ну, немного поделись, пожалуйста. Да. Вот я тут какнул. Мутант. Вот тут семерки, Гена. Можешь брать. Да, блин, мне очень не нравится, как ходит мой персонаж. Ты что-то сигналку въебал сбоку, правда? Да, где-то там, на СВ. Мотоцикл тут есть.
Ну идем. Celebrate and suck some dick. Заходим на территорию соблазна. С калашами, блин. Такое, конечно. Лучше, чем без калашей, да? Это да. Почему здесь одни М16-ки, я не понимаю. Но танк. 3х скинул на лестнице. Тут никого не вижу и не слышу, что самое главное. О, наконец-то. А, те чуваки на глайдере походу прилетели. Я вот, семерки тут скидываю. Тут сейга есть кастомная, если ты понимаешь, о чем. Найс. Пойду еще 5-ок подниму. Поднял. И ничего, за собой все двери закрывали или они даже не заходили тут сюда, я не понимаю. Надо аптечку. Я нечаянно лазерный прицел нацепил себе. У меня тоже есть лазерный прицел. Так, ну никого не видно. Там вроде нет. Где там справа он от плиты? Ну они, наверное, куда-то вышли. Ну да, ушли гулять. Я возьму. У меня есть глушилка, а у них нет. Ох, C4. Беру. Хотел бы выбросить канистру. Ну ладно. М24. Лол, ты берешь? Да, я возьму. У меня есть. Что, у меня QBU есть. Там еще я СКС туда скинул. Да ладно. У нас минута осталась. Быстренько чекну, может найду чего. А может и не найду. Идем, короче, ладно. Ой. Тут нет выхода. Джонатан был? Нет.
это Паша, который в Польше до сих пор торчит. Это которого я видел как-то в центре. Да. Что-то чуть с тобой с ним пришелся. Да, ты его видел. Блин, буткемп. Конечно, такое себе. Блин, нету нам мотоцикла. Очень жаль. Мы тут в круг опаздываем немножко. Я опивался таблетками и побежал. Блин, там я видел мотоцикл, ну да ладно. Вроде бы успеваем. Хабибу, я думаю, Хабибу типа бабок больше не надо. Он, конечно, не, наверное, не такой богатый, как Макгрегор, хотя хер его знает. Он же типа номер один спортсмен для мусульман всего мира. Его типа специально все турниры, вот он типа UFC привез в Абу-Даби, потому что там шейхи, короче, типа такие баблосы платили за то, что Хабиб у них подрался. Они там, знаешь, скажем так, от Хабиба в экстазе. Ну, я их могу только поздравить. Ну, типа, мусульмане. Так, ну мы kind of в круге. Практически. Он такой, типа, тут как повезет. Непонятно, куда он сойдется. По центру круга, блин, река. Кто-то там стреляет на 330. Там, вот там, за камешком. Враг? Да, был. Понял. Я не знаю, он забежал, стрелял, потом побежал сюда, выходить с круга, ну и... Окей. А, вижу. Кажется. Да нет, это тот, которого ты убил. Ну, он типа туда забежал, потом что-то стрелял. Знаешь, именно видно, что полетел, смотрел. Он же не стрелял, но это. Тут, вроде, сейчас никого не вижу. У нас же могут в спину, правда, зайти. Обязательно. Поэтому нам стоит пододвинуться. Куда-нибудь. Да, хотя бы. Да. Кто-то он тоже. Лолипап. Сэмсиск. О, дроп. Там дроп упал. Кстати, это хорошая новость, потому что я могу постреляться за дроп. Видишь, где упал дроп? Он на 280. Ну да, я тоже могу. Никто не хочет особо. Ну, я думаю, там как бы враг на Е. Е с буткемпа идет. Он бежит. Попал в него немножко.
Он в меня тоже. Их двое. А где они сейчас находятся? За камнем, справа от камня. Такой там. О, попал, они ближе подходят. Блять, попали. Ты стреляешь? Да. Подходят. Граната. А где они подходят? А вон они уже там, на 165, справа, да, справа. Пушат, походу. Да, Ген, с двух сторон, наверное, зайдут. Да. Есть, есть, есть. Нет. Ну, может, я мог его убить, я думаю. Что-то я растерялся, я не мог понять. Этот чувак, он, знаешь, он был за кустом где-то, мне его не было видно, он меня видел сквозь него. Да. Ага, я кинул. А с другой стороны там тоже... Вот тут я увидел того, кто тебя убил. А, нет, это он тебя... Ну я попадал по ним, но чуваки жесткие, видно. Блин, ну я... Двигаются, вот это все делают. Ну его друга я вынес, а вот его... Я типа, короче, знаешь, из-за того, что мне вверх стреляет, я так понял, я очень много попадал по именно по его другу. Угу. Так, окей, я сейчас стрим буду выключать. Спокойной ночи там, в общем, да. Всем спасибо, всем пока.